своими словами, вот как вы говорите, хлестко, вот как вы отгоняете. Вы даже так с животным будете говорить, у вас корова молока не даст. Моя знакомая мне. А вы хотите Бога призвать как-то? Моя знакомая на помощь. Мне говорит, знаете, Татьяна будет проводим человеку, который будет делать Господь за вас Сына Своего Единородного отдал, Иисуса Христа, чтобы вы не погибли и имели жизнь вечную. Как вы бы и сказали, только по Слову Божьему. Так вы укорите их по Слову Божьему, не от себя. Ну вот теперь будет все на их совести. А так вы получаете только ненависть распространяете, и все. А так бы Слово Божие, это было милосердие. Потому что Господь совесть им открыл. Господь говорит, был такой судья, который Бога не боялся, людей не стыдился. И вдову обидел одно. И она ходила все время и просила у него, чтобы он, дело ее, рассмотрел правильную сторону. И он все время ее отпускал без надежды. И в конечном итоге пришел такой день, когда надоела она ему. И он сказал, я людей не боюсь, Бога не боюсь, людей не стыжусь. Ну сделаю по слову ее, потому что надоела она мне просьбами своими. И Господь говорит, вот так и Господь, если будете просить Его постоянно, конечно, кто не выполнит просьбу вашу. Да, и что? Где 50 лет? Но это никак не влияет на то, что верующий я или неверующий. Или это тоже вот, может быть верно. Вы сами уверуйте, возьмите Слово Божие в руки, начните читать его. Я вам бесплатно даю. Я вам бесплатно даю Слово Божие. Вот видите, какой, какие вот большие буквы, читать легко. Возьмите, начните Слово Божие читать. Узнайте, что вам говорит Бог. Это совершенно простой язык. Это русский язык. Это православие. Видите, крест во все останется. Вы отвечаете православие, там другие, как я сейчас скажу православие, вы скажете, я не верю. Да я не разбираюсь. Ну тогда что? Православие, да. А жаль, что вы не разбираетесь. У вас же дети тоже есть. Наверное, крестили или что, или сами крестились. Все равно в церковь как-то ходили. У нас такая страна, что без церкви никуда, особенно когда уже в землю закапывают. Тут уже к батюшке с ходилом, чтобы он всех покропил. И еще Царство Небесное сказал. А Царство Небесное – это есть вечная жизнь. Оно по-другому никак не переводится. Господь дарует вам Царство Небесное, то есть вечную жизнь. Если только вы здесь будете обращаться к Его Слову. Вот это Слово Его. Оно правильно показывает, как вам нужно обратиться туда или сюда, как вам нужно вообще обратиться к самому Богу, как молиться правильно. Отче наш, молитва здесь есть. Вот моя сестра, она была ну вот, а почему вы-то без молитвы? Там, может, получилось хорошо, так верующий он или нет, мы точно это не знаем. Это она за него молилась, а он-то теперь молится за своих детей или нет? Нам-то это теперь важно. Я даже прям удивляюсь. 70-го года рождения, прям
сами богатые. Зачем богатые? Дело все в том, что Господь Иисус Христос о богатых отзывается не очень как. Он говорит так: невозможно богатому наследовать вечную жизнь. Невозможно богатому наследовать вечную жизнь. И тогда ученики спрашивают: Господи, а кто тогда может спастись? Он говорит: невозможно человеком, возможно Богу. Если к Богу будут обращаться, тогда Господь рассмотрит их просьбу. А как они могут спастись? Милостыни, милосердие. Когда откроют свои закрома и начнут не забирать последние у людей, а, конечно, продавать. Вот тогда Господь и примет. Вот во многих местах делают, но немногие, опять же. Не думайте, что в Бразилии там все на зерне сидят. Не знаю, куда это делать. Тоже жадные есть такие люди. Но мы-то говорим сейчас о России. Мы же про российских начальников говорим. Так вот, в первую очередь, надо помолиться было Богу, и тогда уже обращаться к Нему. Да через молитву обратиться и сказать: я Богу молюсь за вас, а вы что делаете? Вам Господь дарует, может быть, и через мои молитвы благословение, чтобы вы другим помогали, сиротам, вдовам. А вы что, притесняете опять? Опять руку зажали свою? А Господь говорит: блаженнее отдавать, нежели принимать. Так они все не будут, если кто-то какая-то, если... У вас какие-то сказания о России, все не русские. Да как все не русские? Кто церкви нарушил? Не русские, что ли? Кто? Прилетели марсиане там? Церкви кто наши рушил? Да все русские делали. Самые что на есть русские ведьмы из беднейших. Приходили, церкви купола рвали. Не знали об этом? А теперь-то человека обмануть, что значит, если купол в церкви сорвать? А человека теперь раз думать обманывать. Церковь обманывать. Так если в церкви обманывали, нужно было идти и говорить об этом. А никто не говорит, никто не знает. Что там церковь обманывает? Кто там что делает? Может быть, обманывали, но тогда вы, если обманывали и вы хотите поступать правильно, то как правильно? Опять же, по словам Христа, Христос сказал, как правильно поступать. Он сказал: любите врагов ваших, благословляйте ненавидящих ваших, обижающих вас. И будете тогда сынами Отца вашего Небесного. Будьте святы, как я свят, говорит Господь. Но не идти же убивать в церкви, не поступать в купола. Значит, тут не в этом дело было. Не только в этом, что там их обманывали или что. В самом человеке, значит, это было заложено. Значит, вера-то не пришла, Слова Божьего не было с ним. А если будет по Слову Божьему, так что я сейчас пойду кого-то убивать, если я знаю Слово Божье? Я знаю, будет наказание мне за то. Я могу только идти благовествовать, говорить людям слова милости. Вы едете на работу? Да, наша работа заключается в том, чтобы мы взяли Слово Божие и начали его читать. Мы из общины, у нас есть православная община. Здесь, в городе Барнауле. Называется «Тестовая книжница». У нас есть батюшка, отец и отец. Нету, нет, я хочу. Нет. Просто мы люди, мы чтобы вот у нас есть Евангелие, и мы желаем, чтобы у каждого человека было Евангелие. Вот у вас, чтобы вот у соседей, у всех. Сейчас его попробуем, попытаемся это сделать. У вас разрешение? Разрешение от Господа Бога. Вот мы молились. От власти. От власти? А что власти? Коммунистам не разрешают пройти, когда свою книжку дать, поговорить, а вот вы пойдете, вас не будут делать. Не знаю, наверное, но мы идем. Коммунисты сами Но мы так говорим о том, чтобы людей не обижать, чтобы милости не вести. Они в первую очередь говорят: богатых надо эксплуатировать. Сам богатых нужно убрать, у них отобрать все. Вот родили сейчас дело не отбирает коммунистов, да? Они просто что-то местные люди подходят. А как-то вот, наверное, свои деньги, партийные, все, что вместе создают колхозы, заходы, жалобы покупают.
и разрешают продавать без лицензии. Значит, они никому не стоят. Коммунисты – это другие, это те, которые говорят «экспроприация экспроприатора», то есть взять награбленное. Ну а как больше делать? Ну, как? Все, только есть, совесть будет. Доброму только много, а у них нет. Ну как? У него было, у него было никого. Как больше делать? Да, ну вот вы коммунисты, это уже точно. Я много еще чего не знаю, поэтому я зато я знаю, что Господь дарует Царство Небесное тем, кто слово Его касается. Сердцем своим. В Донбассе людей убивают еще за бабку. А в Африке вирусы Эбола косят людей тысячами. Так что много горя в этом. Я что могу сказать? Я хочу, чтобы не было этого вируса, чтобы люди делали только добро, творили. Я пойду. Молиться, и Господь нам будет открывать. Как исполнить его заповеди святые? Что делать при этом? Иначе вечная погибель ждет человека, вечное мучение. Это очень страшно. Покаяния за грубо нет. Это великий святой православный церкви. Если вы будете православие знать, поймите, кто это. За Бог помощь. Понятно, что они пошли? Да он вообще так вот идет и идет. Потому что Библия, сверху написана Библия, а потом дальше вы переворачиваете 1500 страниц, и там начинается Святое Евангелие, вот так. Да, это о жизни Иисуса Христа. Ветхий. Давай. Это вы говорите из Ветхий Завет, Старый Завет, да? Нет, это из Нового Завета уже. Это слова Иисуса Христа. Вот то, что говорил Иисус Христос на земле. Да, да. О том, как обрести вещи. А в Ветхом Завете говорил Иегова, Бог Отец, через пророка, через людей. Люди записаны. Бог не дает. Значит, не нравится.
Своими словами, что у вас на сердце лежит? Вот как, например, ребенок подходит к отцу. Простите меня. Ребенок подходит к отцу и говорит: папа, у меня такой вопрос. И он сразу говорит: вот так же мы с Богом должны разговаривать, Божий голос слышит. Господь говорит, все стою, двери стучу. А я думала, молитву прочитать и ходить. Нет, это молитва для, как бы, чтобы узнали, о чем молиться. Вот Бог, как вы можете разговаривать, встать на колени, он создать все себе. Понятно, что вы такие люди. Они сам все живущие, они как саранча. Восьмая женщине подойдет. Да нет, давай, это уже договорились. Это все дело. Молитва через Слово Божие, потом то, что Бог, что Он от нас хочет, и что Он говорит в конце. Чем закончится вся мировая история. Задача эту проверить. Мы все встанем на суд Божий. Каждый даст нам. А чтобы нам не погибнуть, вечно погибнет, мы должны знать Слово Божие, чтобы исполнить заповедь. Сами понимаете, разумно. Если ты не знаешь, ты будешь нарушать. А нарушая... Как его читать, если его не понимаете? Как это? На русском языке. Что ну, я читаю, как иероглифы. Я читаю, я не вникаю. А вы вникаете? Здесь дело в том, что в Евангелии очень все понятно. В посланиях там понятно, это святые отцы, это вернее, апостолы сами. А в Евангелии жизнь Иисуса Христа рассказывала. Он родился в Ихтине, и где-то что-то непонятно. Все это я и фильм видела, и как-то я это слышала. Вот Господь говорит, придите ко мне с окружающим днем. Он также говорит, как надо, например, ты захотел следовать за Господом. Он говорит, отвергни себя. Вот это может быть непонятно, что значит отвергнуть себя. Да, свои, да? Наверное, личные желания такие. Да, если которые, противоречит Слову Божьему, его заповеди. Да, вот, например, Господь говорит, не убей, а вы скажете, я вот ненавижу кого-то, хочу убить. Я пример скажу, это что? Вот. Это значит, Господь, отвергни себя, то есть ты должен себя переломить. Надо все делать по молитве, брат, переводил стих Писания, что как можно... Ученики подошли к Господу, говорят, как можно спастись, когда Господь сказал, богатые не спасутся, если они говорят, ну, больше будет совершенно, пройди, раздай свои деньги, раздай нищие, раздай свои деньги, раздай нищие. Что для богатых, как считать, говорят, в Иванке, как будет считать, как это и раздаю. Да, потом, еду собаку кормить, потом собаку. Господь говорит, взять крест. Господь сказал, отвергающий, понимающий, А когда человек говорит, я верующий, но не поступает, как написано, здесь Евангелие, Слово Божие, Господь говорит, как жить там, по его святой заповеди. Господь говорит, вы знаете, моих учеников по плодам, значит, по делам. По заповеди живет, наверное, процентов 10. Да может и то может быть, даже. Мира, да, то и меньше. Может даже. Это значит, только они и спасут. А Господь так прямо говорит, что враги, широки врата ада. Многие идут туда, погибли. И узов путь ищет Господа. А этот путь только указан нам вот сюда. Господь говорит, я есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит, как обычно. На этом все заканчивается. А когда вы будете читать Святой Евангелие, вот я, например, 26 лет нашел, что я читаю, я не понимаю. Ну, когда я Слово Божие стал читать, я стал понимать. Я могу сказать еще занятия, какие что есть. Интернет, что нужно там. Я все так же вопросы какие смотреть. Таким же успехом. Потому что, смотрите, Господь говорит, надо вам родиться свыше. Родиться от Бога. Это значит, вы должны осознанно знать, что вы... Да, если бы я понимала, что вы... Я не осознаю. Я потом говорю, неправильно, вот переживаю. Все равно я делаю. Смотрите, первая ступень, Господь говорит, что надо осознать себя погибшим, грешным и греховным. Вот когда вы это осознаете, вы осознаете до конца, это надо осознать. Чтобы вы пойдете на вещи, мы живем. Я знаю, что я в арку пойду, что сказать, там буду найти. Дороже вам надо встать на колени, покаяться. Я ходила в церковь, каялась, на колени стою опять. Вы потому что Слово Божие вообще. Вот мне не доходит, чтобы я осознала, что именно по рукам мне в этот момент, что нельзя вот это делать. А я все равно же что-то делаю. Потому что раб река. А Господь говорит, ты будешь раб, ты будешь исполнять эти желания. Ты не делал, ты Бог.
Самая правильная вера у человека появляется, вера слышания, а слышание Слова Божьего прославляется. Это послание к Римлянам. Это меня не лето. Дойдет, если будете молиться. Молюсь. Я вам объясню, как молиться надо с Богом. Пойти лет. Просто вот даже вот вы едете сейчас, например, мы ушли, все, мы вам больше ничего не говорим. Сказано, начните звать Бога, Господи, про себя. Встану, чуть свет, начинаю говорить. И за день благодарю. Научи меня прочитать правильно жить. И все, и вот говорю, и не доходит. Вот ваши Господь молитвы услышал, что мы здесь оказались. Ну что же в жизни случайно нет? Все, Бог дал. Надо рассказать о страхе Божьем. Первое. Начало премудрости – страх Божий. У нее страха Божьего нету. Надо выпросить, надо. Ну, конечно. Видишь, она как говорит, а я, он, это чересчур вольный разговор с Богом. Страх – это как? Что? Чтобы боялась я ада? Что... Понимаете, вот ваше невежество… Я знаю, что то попаду, я попаду. Ваше невежество, вот вы говорите, я не понимаю, это невежество. То есть вы не ведаете. Но это невежество от вас исходит. Вы расслаблены умом. Когда обращаетесь к Богу, чересчур расслабленно, то есть фривольно обращаетесь, а вы должны со страхом обращаться и трепетом, как к родителям своим. Помните, как вы с родителями себя вели? Не было мне родителей. Ну, вот и так, теперь понятно, почему вы так себя ведете. Вы, у вас не было воспитания я должного. Я сама по себе, бабушка меня воспитала. Понятно. Теперь ясно, почему бабушка вы так. Вам все должно она быть. И теперь вам из этого невежества очень сложно выйти. Вам нужно не просто там прийти или там читать, не читать. Вам нужно погрузиться в Слово Божие. Вот для этого сайт есть. Вы компьютер. А, это очень плохо. Так бы вы прям могли в обществе людей находиться постоянно. У нас же там видео прямо сейчас. Прям можно смотреть, вот как вот мы сидим, и прям сели, включили и общаетесь. Даже есть занятия, вот прям вот так вот можете общаться через расстояние. Вопросы задавать. Там есть такая страничка, форум называется. Вы туда выходите со своими вопросами. Нету интернета, давай на занятиях расскажу. Я что могу сказать? А вы в Барнаульской сама? Ну, у нас занятия идут. Если вы по телефону нам позвоните, то мы с вами созвонимся и скажем, где идут занятия. Вы можете прийти на занятия, вместе изучать Слово Божие вместе с нами. Вот мы садимся, открываем Слово Божие, и у нас толкование святых отцов наших православных. И по ним рассматриваем, что нам где не хватает в своей жизни. Даже человек верующий, рожденный свыше, он все равно грешит. Но грехи, конечно, это уже непроизвольные грехи. Дети же есть, у них там основные дети. Есть. Ника, сейчас молодежь вся интернет. Так я не с ними живу. Ну и что, они помогут все равно? Постарайтесь с ними, и они вам как раз покажут. Это не... здесь только единственное, чтобы взяли себе компьютер, и все. Компьютер взяли. Да вам даже да, можно. Они мне предлагали старый компьютер забери, так я ничего не понимаю. Да, там немного надо понимать. Там кнопки просто нажимать. Это компьютер именно или планшет, или что? Везде там кнопки. Нажимайте просто несколько кнопок. Вам покажут этот вариант набора. Вы будете чисто механически. А медведь на велосипеде в цирке катается. Да все мои подруги. А, ну тогда тем более. Мне никто не научит. Тогда тем более. Научат. Это ничего сложного выходить. И будете с интернетом? Я компьютер заберу, меня научите. Ой, когда научите. Они в 11-м классе. У нас знакомые есть, во сколько он? 68 лет. Да. Ему первый раз показали, как выглядит компьютер. Вилка. Все. Он видел, он молил, конечно, его научали. А у него было желание научиться. Да есть ли пенсионеры, вы курсы какие-то? Это все желание надо пойти на эти курсы. Но если у вас будет компьютер, вы пойдете к подругам, сядете там рядом с ними, они вам покажут, придете и дома на своем то же самое сделаете. Они все идентичны, компьютеры. У них клавиатура идентична. Любой, за другим компьютером вы точно так же научитесь на своем. И будете уже в полноте обладать всей информацией и всеми друзьями, какие вот есть у нас через интернет. А люди из разных стран выходят, из разных Америк, отовсюду. Общение необыкновенное. Не, ну мы вообще вас приглашаем на занятия. Вот мы втроем там всегда бываем. А то еще там сестры у нас есть, и вашего возраста, есть моложе. Ну то есть церковь.
Просто у нас есть занятия, где вот люди не понимают. У нас сестры ходят по 15 лет, и многое не понимают. А где у вас готовится ваша? У нас на улице Ползунова. Церковь. Вам не надо додумывать дальше. Звоните по телефону, дальше все начнется само собой уже. Вам скажут, то адрес, куда прийти, мы вас сейчас, вы думаете, мы никуда никого не тянем, не зовем. Мы просто предлагаем вам такой вариант развития. Ну вот, вот раньше мы вели занятия в ГТУ, сейчас мы там не ведем. По этому телефону вам нужно будет позвонить, первый телефон, мой телефон. И детский православный лагерь. Меня Сергей Павлович зовут. Вы скажете, я хочу вас прийти на занятия. Я вам скажу, куда вас нужно. И начнем вам Слово Божие объяснять, и вам потихонечку начнем открываться. Вы начнете понимать, когда начнете понимать, появится страх, вы перестанете крещение. Родитесь выше, примите истинное крещение, и, возможно, попадете в рай. А я в этом что, мало не знаю. Дальше я на меньше. А, ну сейчас нету. Вообще есть что? Дальше будет, да? Там очень много информации. Да, в дальнейшем будет. У вас дома есть новый зритель? Видите, у меня вот такая вот. Да, вот, слава богу. Вот он, кстати, видите? С интернета дома есть? Есть, который Евангелие бесплатно раздаем? А здесь дома Библии в Новый Завет? Нету. Нету, вот возьмите. Это православное издание. А церковь у вас есть здесь? Храм есть? Ну, у нас как? Православная, как они? Здесь баптисты. Баптисты, да. А где они? Далеко отсюда. Ну, там надо вот так пойти по улице, прямо. Угу. Тянуть налево. Так, раз, два. Это где после этой трубы желтой или нет? Да, да, трубы, вот машина сейчас откуда. До убьет. Трубы, ага. До трубы. Налево, значит. Свернете налево, так, первый. Следы есть какие-то? Вот мы подошли к дому баптистки здесь. Церковь Возрождения у них называется. Нету следов, а нету, брат, ничего. Визитку только если оставишь. Вот это, кстати, можно. Церковь Возрождения. Суббота. А, среда, воскресенье у них, онче. Освященствуй. И настой. Был бы телефон, конечно, созвонились бы. Надо свернуть и пополам его и засунуть так вот. Не так, не так, вдоль. Тогда и с той стороны засунуть. Угу. Лишь бы не выкинули. Да войдут они в церковь Христову. Слава Христу. Ну что, брат, надо, наверное... Ну все, наверное, выдвигаемся. Обратно на вокзал. Немножко поблаговествовали тут по дому. Пойдем. Следующую страницу переверните и увидите. Благозвонница православная. Тут всякой ерунды раздают. Ну это сектанты, да. Хотя и у них тоже много полезного. Вот там прочитайте, по благословению, по трафикам. Потому что православным тоже надо благовествовать, иначе все сектанты все захватили. А православные все сидят, молчат. Все и, правильно, да, все правильно. Ничего не делают, значит. Ну все, Бог помощи вам. Спасибо. Спасибо.